Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Разрешите не по форме. А что такое? Думаю, что последний. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко. Что
Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Атакуем! Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Следуй за мной! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Снова спасаем задницу Мерика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эль Магро. Сюда.
вы со мной! Аякс, прикрывай с тыла! Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных.